Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем ответный матч Лиги Чемпионов в квалификации, где встречаются между собой Карабах и Лех. В данном видео, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч, ставить или нет, всегда решать вам, думайте своей головой, не забывайте о грамотном распределении банка, ведь в ставках на спорт всегда есть доля риска. Итак, поехали. Что касаемо данного противостояния. Карабах в первом матче по итогу проиграл 1-0 в гостях, но на самом деле счет совсем не по игре, Карабах имел больше шансов, Карабах лучше смотрелся в этой игре, но, к сожалению, подвела их очень сильная реализация, возможно, как-то все-таки гостевой матч на это отразился, но сейчас они будут играть уже у себя дома, и Лех постарается, конечно же, свое преимущество сохранить. Я думаю, что они будут пытаться играть от обороны и до конца держать данный счет. Но вряд ли Карабахам это позволит. Все-таки команда уже определенный опыт имеет, и я думаю, что в этом матче они должны с легкостью справляться и проходить следующий этап. Все-таки Карабах этого больше заслуживает, и я думаю, что здесь им для этого многого не нужно. Команда свое сделает и спокойно пройдет следующий этап. На это дают шикарный коэффициент. Собственно, поэтому я решил заиграть данную ставку. Проход Карабах. Ну а если вы хотите поставить на данное событие по лучшему коэффициенту, то рекомендую делать это в надежной БК, такой как MoBet. Ссылка на него будет в закрепленном комментарии. Соответственно, в данной букмекерской конторе вы получите самые высокие коэффициенты и найдете любой матч, любой свой, который вам по душе, потому что MoBet является букмекерской конторой самой широкой линии в СНГ. Пользуйтесь, промокод будет на экране, по нему сможете получить удвоение первого депозита. Напомню еще раз, ссылка в закрепленном комментарии. Что ж, ребят, таковы были мои мысли на этот матч. Что думаете вы? Обязательно пишите в комментариях, согласны со мной или нет. Будете ловить вместе со мной такой шикарный коэффициент или все-таки возьмете что-то поскромнее. Мне будет интересно прочитать. Ну и также не забывайте подписку, колокольчик и поставить палец вверх, если вам понравилось это видео. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.